Бизнесменам Тюменской области предлагают внести свои предложения в программу «Сельское предпринимательство». Ее цель – поддержать бизнес, который открывается в деревнях и поселках. И это не обязательно агронаправление. Заняться можно социальной работой, строительством, цифровизацией, туризмом, торговлей или открыть дело в любом другом сегменте. Таким образом, власти стараются повысить престиж жизни на селе, а также наладить производство и сбыт экопродукции. Мы предусматриваем новую сбытовую историю относительно того, что это должны возникнуть фермерские магазины и фермерские рынки, чтобы у нас, у потребителей, была возможность всегда покупать именно фермерскую продукцию. И я думаю, что мы посмотрим на средний чек на селе и что может увеличить этот средний чек. И по нашему мнению сегодня это экологическая продукция. Ожидается, что региональная программа «Сельское предпринимательство» будет презентована в феврале. Она предполагает льготы для этой категории бизнесменов.